Доброго дня! Представляем вашему вниманию сказку, которая поможет значительно улучшить навыки чтения на китайском языке. Книга содержит звуковые файлы, озвученные носителем языка, видеоисторию и игру. Звуковые файлы можно скачать при помощи мобильного устройства путем сканирования и распознавания QR-кода. Во вкладке книги находится игра, представляющая собой игровое поле с персонажами сказки, которые необходимо располагать на поле в процессе игры согласно сюжету истории. Для удобства рекомендуется наклеить картинки на плотный картон. Впервые в книжное издание интегрированы возможности Инстаграма, ТикТока и Ютуба. Рекомендуем вам попробовать новое в обучении иностранному языку.